Сейчас на эти помещения, что называется, без слез не взглянешь. В начале года здесь начался ремонт. Муниципальный центр культуры арендует у ЗАО «Совхоз имени Ленина» здание ДК уже много лет, но в конце 2020 года к муниципалам обратился бывший директор акционерного общества Павел Грудинин с требованием покинуть помещение. Никакого проекта капитального ремонта нет. На наши многочисленные обращения, и письменные, и устные, в ЗАО «Совхоз имени Ленина», к начальнику отдела капитального строительства, представили проект капитального ремонта для понимания, что будет делаться и как делаться, ответа мы не получили. Представьте, что вы арендовали квартиру, а собственник приходит и говорит: а все, а теперь я ремонт начинаю, жить ты здесь не будешь, потому что будет тебе ежедневный здесь ремонт. И вообще вещи свои забери отсюда, собрал и вышел вон. Вот примерно так же происходит с ЗАО «Совхоз имени Ленина». Несколько судов доказали, что Центр культуры находится в здании на законных основаниях, но с арендатором никто ничего согласовывать так и не стал. Телеканал «Видное ТВ» следил за развитием событий. Когда-то красивый и ухоженный центр культуры поселка Совхоза имени Ленина в один день превратился в строительные руины. Без предупреждения рабочие приехали и начали ломать пол, вырезать трубы, с петель срезать двери. Псевдоремонт затронул самые важные коммуникации здания – электричество, отопление, противопожарные системы. Но внезапно запал у работников закончился. В течение июля и августа месяца работы велись ни шатка, ни валка. То есть были недели, когда вообще никто не приходил и ничего не делал. 1 августа сломали плитку в музее клоунов. И начиная с 1 сентября практически все работы заморожены. Сейчас работников муниципального центра культуры в здание не пускают, но иногда они все же проходят в него по служебной необходимости и с болью в сердце смотрят на то, во что превратился ДК. Вот смотри, видишь, выдрали все коммуникации. На протяжении 2 месяцев в здании не велись никакие работы, что только подтверждало худшие опасения сотрудников муниципального центра культуры. Надо четко понимать, что, видимо, цель этого так называемого капитального ремонта, про который говорит Грудинин, была именно вывести здание Дома культуры из возможности использования детьми и жителями Ленинского городского округа. Подтверждает эти слова и письмо, направленное директору муниципального центра культуры, где указывается, что здание ДК будет законсервировано и опечатано, а доступ в него будет ограничен. Хочется надеяться, что это не окончание истории Дома культуры. Максим Козлов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.